Люба. Вы сами хотите, да? Я хочу сзади просто покататься. Сначала, да? Да. А потом по ходу мы решим. Да. Добро? Да. Давайте. Давай. Сейчас немножко погреешься. Да. Смотрите, ничего сложного. На мотоцикле не ездили никогда? Никогда. На велосипеде ездили? Да. Да. Уже хорошо. Руль управления это... Ну, понятно, да. Как на велосипеде? Так тут ручки, да? Да. Чем надо пользоваться только? Вот газ, берите руку. И пробуйте. Все, да? Сломало. Следующий. Смелее. Чем больше даете газа, тем он быстрее. Ну, понятно. Так, ясно. Тормоз. Так. Счастье. Держать не надо, если где-то не такой, не с такой большой скоростью мы поедем. Так. Вот смотрите. Газ. Угу. Ага. Это в случае экстренного торможения, этого, остановки. Спрыгиваем. Смотрите. Не. Кнопка. Ага. Нажимайте. Нажимайте. Все. Все, остановка двигателя, ясно. Да, остановка двигателя. Больше здесь ничего. Передачи пока мы ничего не будем трогать. Здесь две передних вперед и одна задняя. Да. А вот что, пониженная? Пониженная и та, на которой мы сейчас будем работать. Хорошо. В таких условиях он идет на нормальный, не на пониженный, а на нормальный. Это мы заедем в лес, там будут маленькие подъемчики, небольшие. Ого. Да. Трасса проложена, там следы, там видно, все нормально. Вы надолго меня увезете? Мы сейчас решим, насколько вас увезти. А как запланировано, как что? Как вы хотели? Как вы хотели? Ну я хотела, чтобы Ваня покатала, чтобы я чуть-чуть так. А то есть минут 15 один и минут 15 второй, да? Да? Добро, вот тогда решим, мы успеем. Хорошо, а то заездом вот, ну маленько, чтобы природа была. Хорошо. Да? Давайте. Мне вылазить, да? Вы же вперед. Почему? Пока я. Давайте. Я тогда включаю камеру. А по ходу мы решим. Камеру тогда включаю сразу? А, ну, смотрите. Сейчас уже собирается. Ребят, подождите еще одну камеру. Сейчас мы заткнем. Ой, бери в руку. Ой, круто. Люба. Сань, включаешь? Вот сюда помягче? Приз, да. Опа. Ой, извините. Если, вот смотрите, ручки для... Все, пошло. Только включу точно, то будет как-то... Ремнем безопасности не пристегивают. Да, к сожалению. Можно посадить, бутерброд будет. Куда посадить? Меня забыли. Ну что, мы готовы? Пока! Еще одна камера. Сейчас, секундочку. Где готовы? Давайте сфоткаем. Вот с этими перчатками, да? Как быстро? Да. Правда, не внешность, это ты. Вот, опять интернет отскочил фото. Кого? Я, да еще, может, кто-то? Нет. Тогда фотка. Вообще. Универсально. Люба, чем докажешь, что это ты? На фоточке. Водительские права покажу. Можно было фонос отличить. В фотошопе вставить. Я за рулем. Я, да, подержу? А как держать? Либо страховочную. На себя направлять и просто снимать себя. Беремся. Она уже включена, да? Да, я включил. Да. Все работает. Все? Давайте старт. Взлет разрешаете? Я, получается, левой рукой держусь. Вот это экстрим!
сиди, я с тобой поднимаю. Когда проедешь, гусеница нагревается, останавливается холодный снег, она влипает. Поэтому перед тем, как тронуться, надо приподнять. Стану везде. Держу, да.
поехали. Так, держите. Ага. Газ и тормоз, и все. Но вы же рядом со мной, да? Да. Все, газ. Самое веселое, когда Люба ехала за рулем. Нет, нормально. Я чувствую себя гладиатором каким-то. Самое опасное — это держать GoPro в одной руке, одной рукой держаться и на кочках вот так вот скакать. Ну, снега маловато, да. Вылетаешь и прям. Что, можно поменять тогда направление? Я не думаю, что там что-то снялось, наверное, вот так. Ой, вот. Ой, она снимала вообще. А вы включали ее? Включали.